Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, и мы продолжаем Туалет Вар. И как вы видите, у нас уже ТВ-мен есть, ребят. Не стал я просто, так скажем, да, ждать, просто так его, ну, типа, покупать именно прямо в эфире, да, так скажем, да, грубо говоря. Просто взял, купил его, посмотрел, ребята, и у него есть уже навык. Первый персонаж, у которого есть навык, который мы можем купить. И перед тем, как начать, хотел выразить особую благодарность тем людям, которые подписались на предыдущем ролике, так как я им сказал, что помогли мне добить 10 тысяч подписчиков. И реально, предыдущий ролик по соотношению к просмотрам очень много подписчиков добрало мне. Спасибо большое, вам особая благодарность и аплодисменты. Молодцы, ребята, вы лучшие, вы крутые. Давайте же посмотрим, что у нас тут есть. Приятного всем просмотра. 30 хп и 20% к атаке, то есть неплохо, намного лучше, чем спикермен, но не так хорошо, конечно, как вантузмен. И я так понимаю, что у вантузмена тоже должен быть навык, и он будет совсем другим, не так, как у ТВ-мена, потому что, смотрите, не огромная разница в плюс к урону и плюс к хп, скорее всего, вся фишка его в том, что у него новый навык должен быть, но, к сожалению, у нас ни уровня не хватает на него, ни чипов. Не знаю, честно говоря, когда у меня столько чипов наберется, потому что уровень быстрее набирается, чем чипы, если так посмотреть. Вот. Возможно, ребят, добавят в игру... Давайте сразу начнем игру за ТВ-мена. Добавят в игру какой-нибудь, не знаю, промокод, надеюсь, который мы сможем вбить, как в том же Toilet Fight, и получить сразу вантузмена, потому что накопить на него придется очень долго, как я понимаю, с такими темпами. И, не знаю, добавить еще туда... Не знаю, штук 20 новых промокодов, да, пока уже старых полно, да. Кто, кстати, не смотрел, наверное, задается вопросом, каким образом я вот уже получил вот этого ТВ-мена, вот этого красавца, да. Так, а ну-ка. А ну-ка, давайте. Здесь уже, кстати, игра стала сложнее, и это на самом деле интереснее от этого. Только стало играть в игру. Так, я... Тоже вам кое-что показать, ребята. Вот такую вот фишку. Смотрите, что сейчас. Оп. Все, поняли? Вот. Вот так они. Замирают. Скибидистовать. А, блин, не успел я, да? Зараза. Я не успел облучение вот на вот этих скибидистов. Да. Оно вас... Этот навык у нас восстанавливается. Этот навык останавливает скибидисты. И это очень круто, на самом деле. Скажу вам почему. Потому что более, так скажем, да. Как вам сказать, больше. Похоже на сериал, да, вот этот Скибиди туалеты, то что вот, ну, там точно так же ТВ-мены начинают, так скажем, станить скибидистов. Блин, сколько их полно тут, а? Капец, я даже пройти не могу. Я даже не могу пройти спокойно через них. Да, как опять-таки говорил. И, кстати, кроме ТВ-мена я еще и купил калаш, ребята. Просто пока что он мне не выпал. Его надо подобрать, соответственно. Так, сейчас, ну, по пути, надеюсь, мы найдем. Предыдущую, кстати, миссию, которую я проходил, да? Ну, уже вне записи, понятное дело. Там, короче, что-то так лагает. Я, кстати, поставил графику на высокий. Ну, без записи вроде бы никаких лагов нет. А так, наверное, из-за записи немножко FPS пролагивает. За это сорян. Ну, что поделать. Как телефон осиливает, так и записываем, ребят. И музыка, кстати, да, вначале написали мне в комментарии, что из 57 серии. И она очень, честно говоря, крута. То ее пора, кстати, использовал навык. Вот в таких ситуациях прям вообще имба навык. Смотрите, что творит. Все, все стали разваливаемы. Это очень круто, ребята, опять-таки повторяюсь. Это супер просто. Реально намного интереснее, чем, блин, то же самое. А кого-то все-таки это заденет. Ну, намного круче, чем Toilet Fight. Уже элементарно, смотрите, что можно вытворять. Это еще бета-версия, ребята. Так понимаю, все равно будет что-то добавляться, будет интереснее. Ну, вот по-любому. Не хочу верить в то, что этот проект забросит. Я надеюсь, что и онлайн сюда добавит, и все остальное. Зараза. Так, что я прицеливаюсь? Блин, они там накапливаются, сволочи. Так мы правильно идем, надеюсь. Просто ни одного оружия не валяется. Я не могу калаш себе найти. Калаш. Кстати, в чем прикол? УЗИ реально лучше, чем пистолет. Как вы видите, уже вот 55 урона. Да, на том нашем УЗИ. Хоть и скорость мы не самую лучшую подобрали. Очень клево, что добавили в игру возможность, ну, типа разнообразие урона там, поняли, вот это тоже скорость. Оно как-то, знаете, придает как-то игре
немного, так скажем, рандомности, что ли, разнообразия. То есть ты один раз можешь начать, да, ту катку, да, может тебя не повезти, будет только фиговое оружие. Можешь повезти, вот как сейчас мне, да, вот такой вот калаш выпадет со 100 скоростью и 68 урона. И вы просто тупо вот сейчас будете вот как я, вот так разваливать нахер всех. Вот, все, просто красота, ребята. Вот это оружие я просто вот искал, вот я вот мечтал вот об этом оружии, его достал. Пока добежал до босса. Так. И, кстати, кто еще не подписался, есть пока возможность взять и подписаться, опять-таки, помочь всем нам, так скажем, добиться 10 тысяч подписчиков. Вот эти те, что в предыдущие уроки подписались, прям молодцы. Вы прям в курсе о том, что вы можете менять в этой жизни что-то, как минимум, судьбу этого канала, и реально, это мне очень понравилось. Это молодцы, что вы так мыслите, что вы понимаете, что если ты подписался, значит, действительно это поможет продвижению канала. Кстати, уже вроде 518 чипов дают за один за одно задание, 129 опыта. Вот это, кстати, уже неплохо. 518 чипов даже неплохо очень. Это считай, что два раза миссию прошел, считай, как вбил какой-то промокод, да, на 1000 чипов. В принципе, прикольно. Что я хотел бы сказать, вот такой вот ТВМ, навык у него крутой, реально, видите, как оно мне помогло, мне уже могли замочить, а я взял, использовал, всех скибидистов остановил и завалил их всех и дальше побежал, то есть очень круто. Ну, следующий у нас Вантузмен, ребята, опять-таки, вроде бы и 512, но это чтобы купить одного Вантузмена, надо не знаю, сколько раз там пройти, так скажем, да, наверное, 50 раз миссию пройти, но я надеюсь, что с каждой миссией будет расти все-таки. Ну, награда чипов. То, в принципе, можно и 10 уровень. Мне кажется, что-то я уже буду, не знаю, 20 уровень, да, к тому времени, как наберу столько чипов. А на 20 уже у нас есть, смотрите, большой камерамен за 76к. И, честно говоря, хотелось бы посмотреть, как им играть. Они реально больше, видите. ТВ-мен вообще круто выглядит. Но за один лямп стоит, ребята. Это очень. Это очень, блин. Язык записать. Это очень много. 12 миллионов, 15, 20. Он даже в экран не помещается. Смотрите, ноги даже не помещаются в экран. Ну, как-то вот так, ребята. Будем на эту серию заканчивать. Не знаю, когда будет следующее. Надеюсь, блин, еще какие-то обновления будет. Будем с вами смотреть. Опять-таки, если это видео наберет много-много лайков и просмотров, я буду в свое свободное время дальше качаться, дальше набирать чипов. И надеюсь, мы с вами сможем купить следующей серии Вантузмена, и я смогу вам обзор сделать на него. Ну или еще какие-то там промокоды появятся, как минимум мой промокод на 5000 чипов. Хотя вам мало в это верится, но тем не менее было бы прикольно. Прожимайте лайки, чтобы это реально случилось. Оставляйте свои комментарии, также опять-таки, например, подписывайтесь, ребята. Действительно, ваша подписка очень важна для меня, а для вас это легко. Спасибо, что досмотрели до конца. До следующих видосов. Всем пока.